Windows, и вчера вышло обновление ночью 4.0. И сегодня я буду вам ее показывать, только пасхалки я вам покажу фото и скриншотах. У меня карта не загружается и не снимается, так что вы сами посмотрите на карты. Они такие. Ну, у меня загружается. У меня не только что вышло, но я когда проснулся, я сразу узнал и все скачал. Ну, а мы переходим, собственно, к обзору обновления с Windows. И я вам желаю приятного просмотра всем. Приятного просмотра. У нас мало времени, ведь когда у нас будет 50 подписчиков, вы подписывайтесь, и меня выпустят из подвала, и у меня будет побольше видео. И все, меня выпустят. И вот как там этот Брускес больше не будет ко мне лить. У нас мало мест времени. Ладно, мы погнали к видеоролику. Я никогда не пропущу обзор обновления. Ладно. Это очень глобальное и очень крутое обновление. Я вам покажу секрет, который никто не нашел. Почти. Ладно. То есть, ребята, я не буду заходить в этот в карту и просто покажу вам. Ну, а из фонов нам ничего не добавили. И у меня задний фон очень плохой. Я потому что попали. Даже могу показать, что из фонов ничего не добавили. Ну ладно. Кто заметил, у меня есть палево к обновлению. Вот. Из оружия нам добавили два таких крутых оружия. Азарат вообще постарался. Он на лазерных пушках вообще старается. Вот. Прицел. А вот на скинах ничего, кажется, нету. Заходим на свинку. Сходим сюда. И вот, собственно... Это самое, тот самый концепт, когда Жура просил. Вот у Дэна, наверное, новый скин будет. Вот, вот этот и кто-то еще. Вот корова, наверное. Его же тогда заразили. Ну ладно. Вот на корову. Тут еще есть палево на скины новые. Так. И на дракончика, собственно. В тачках нам много смешного завезли. И вот есть у нас тут макака, которая была предметом. Конь с колесницей. А, тут конь с каретой. Ладно, ничего. Самолет в машинах. Можно предмет сюда ставить, и получится какая-то машина рандомная. Машина, которая меняет цвет. И очень мобиль можно менять цвет. Грузовик, который крутится тут. Такая машина из файлов. Такая с шипами типа апокалипсис. Вот, разраб взял. А вам прочини и приклеил туда колеса, как у машины такой есть. Вот. Интересно, теперь можно в танках выбирать танк? У нас много выборов. Вот тут даже цвета есть. Ну, это бронировка. Ну, круто, круто, круто. Ой. Опять. Некоторые предметы, то, что я вам не заметил, я замечу. Так, 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 так. Блин, почему? Вот, вот, вот. И эти машины.
Вот летающая машина, похожая на нелетающую. Опять летающие те машины появились. Вот такая вот, которая похожа на рюкзак. И оружие, которое добавили. В шапках у нас очень много чего. Я уже много раз перезаписываю это видео. У меня просто грузится. То есть память есть, просто не работает что-то. Не загружается, я не могу найти видео. Но вот поэтому я не буду вам карты показывать. Я сразу же заснял на другом. Ну, а шапки мы переместимся к ним. Кстати, предметы я тоже не буду показывать. Не могу. Такая вот ведьма. И остальные шапки, я их не буду вам примерять. Ну, скины на все шапки. И все. На сапоги добавили вот для ведьмы. Вот такие непонятные сапоги. Для от волка. Бархатные тяги, похожи на наггетс. Кстати, надо добавить скин наггетс. И будет... Ну, мем, короче. Вы видели, когда... Вот, ниндзя. А в глазах нам, ну, так, чуть-чуть добавили, ну, на три, вроде, глаз, один из них от робота, а другой очки. Кстати, блин, куда-то пропали эти. Очки. Эти, то есть пиратская штука. Она была у меня тут. Вот она как выглядит. Нам добавили непонятный клюв. И усики. Из хвостов, вот, кто заметил, пришли к этому. Я уже купил. А, рюкзаки, конечно же. Это ножи ниндзя концепта Брайана. Я его в ведро отправил. Я просто делаю, а некоторые просто хочу отправить. Просто не получается. Слышали этот звук? Кого-то в подвале тоже заперли. Вот рюкзак, который на машину. Вот примерно месяц, два месяца назад добавили его. Да, 2-2-2. Я чуть не помню. Стоп. Красный шарф. Или он был? Или коричневый? Ну, ладно. Я негр. Ой. Бабочка. Тут каких-то нету будто. Ладно. Из мобов нам добавили... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот такой вот, который сломался. Он соединен с текстурой. Вот этого осьминога. У которого вот такая вот часть. Кстати, такой есть из предметов еще. Вот такие вот, мне нравится такой чудик. Такая жердежка. И эту мама, вот это вот. Чудиком. И Шрек, который есть в пасхалке. Вот он с калашом. И самолетов. Вы не думаете, что ничего нет. Заходим. Вот эту вот. Самолет. И у нас отчим. И можно менять тоже цвет. Только тут теперь нет отчима. Ладно. Пасхалка на Rainbow 4 и желтый тоже пингвин. Мама киллер. Разработчик, как всегда, не фиксит. Не фиксит. Да. Это вообще крутой.
У меня голос поменялся, да. Следующий у нас летучая мышь. Я забыл, что у нас там было. А, не летучая мышь. Это у нас манки, которые можно одеть. Вот такой ниндзя. Такие мубы. И, собственно, вот пасхалки. Вот у нас карты. Town 3 Fu 2. Town 3 Swans. Town 2 Fu. Yeah. И предметы я вам не смогу показать. Ну, есть некоторые предметки. Первое у нас это видео. Посмотрите это видео. Вот послушайте. То есть не слушайте, а смотрите. Вот, летим так, и мы видим такую табличку. Я сейчас вам покажу эти скриншоты после этого видео. Я снимаю вечером, ну, я начал вообще в 8. Ну вот, шаг. Ну вот у нас пасхалка другая на пятилетие. Или я вам показываю, или нет. Вот коин тут. Он монеты либо дает, либо нет. Ой, а это я сам сделал. Ладно. И всем пока. С вами был я, Алан 20К.